Лучший двор Минска. По результатам городского конкурса им стала площадка на Плеханово. В конце прошлого года здесь провели ремонт, обновили асфальт, оборудовали парковочные места, в том числе для инвалидов. Есть небольшая велодорожка. Территорию во дворе озеленили. Жемчужина двора – это, конечно, новые игровая и спортивные площадки. Для детей есть песочница, кабина машины МЧС и комплекс с горками. Мы приходим сюда очень часто, мы в сторону идем поликлиники и всегда как бы заходим сюда, нам очень нравится. Старшая очень любит на тренажерах заниматься, младшая, естественно, пошла на горку, очень замечательно. Так здесь по вечерам очень много. Детки со школ идут, с садов. Мы с ребенком гуляем 2 раза в день, ребенку очень нравится. Здесь хорошее покрытие, нельзя ребенку упасть, чтобы пораниться. Мамки могут посидеть спокойно на скамеечке, все в обзоре видно. И дети здесь всегда много приходят, есть с кем погулять. Машинки далеко ездят, поэтому нам все нравится. В конкурсе на лучший двор столицы обращали внимание на детское, игровое и спортивное оборудование, санитарное состояние и оригинальность оформления.